Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием Don't Starve. Сегодня я буду проходить сюжетный режим, третью главу. Так, посмотрим, что подготовила для меня игра в третьей главе. Играю я за Виллу, за поджигательницу. Она у нас пироманка, неуязвима к огню, таскает с собой зажигалку. Так. И давайте-ка я, наверное, с собой возьму стак еды. Так. Не знаю. В принципе, топорик и, копье можно взять с собой. За место топора так-то можно... Нет, нельзя. Ладно. Зажигалку не знаю, стоит брать или нет, но вроде как она у меня стандартная. Она, по сути, у меня должна и в том мире появиться. Если я не ошибаюсь. Потому что я в прошлый раз никакие вещи не брал с собой. А она, этот, появилась. Зажигалка должна сама по себе заспавниться. У меня в инвентаре. О, два мира, кстати, не очень сложная карта. Знаешь, милочка, давай заключим сделку. Я позволю тебе остаться здесь. Даже лагерь можешь разбить. Я буду давать тебе еду, золото, свиней и все, что тебе нужно. Все, чего я хочу взамен, это перемирие. Зажигалка есть, отлично. Но, блин, если бы я знал то, что два мира будет, я бы тогда стак еды не брал с собой. Так, в принципе, что мы делаем? Так, это что такое? А, это пчелы. Я собираю ресурсы. Так, мне нужно повысить свой рассудок. Сколько здесь моркови? Сейчас я соберу. О, паутину! Паутину, кстати, неплохо было бы собрать. Сейчас я цветами запасусь. Так, вот четвертый мир, я, блин, не знаю, какой будет. Так, в принципе, я едой запасся вроде как. На первое время хватит. Тут у нас есть червоточина. Ну, а я, кстати, еще с собой не взял жезл для поиска. Так, четвертый мир может быть либо архипелаг. Так, отлично. Четвертый мир может быть архипелаг, на что я надеюсь, или же... А так, игра началась. В принципе, игра началась, тоже неплохой мир. Даже лучше, чем... Хотя лучше, наверное, игра началась, чем... Архипелаг. Там все-таки полегче будет. Так, ладно, надо, короче, себе скрафтить броню. Так, с рассудком у меня уже все в порядке. Но все-таки надо, наверное, цилиндр хочу сделать. Но для этого мне паутина пауков нужна. Придется с пауками подраться. У меня сразу есть копье. Хотя лучше, наверное, самому изучить, как ее делать.
Надеюсь, Энн здесь не появляется. Так, во-первых, мне нужны две веревки. Так, отлично. Теперь я могу скрафтить броню. Надо немного соломы набрать. Так, кстати... Ну ладно, чтоб... Блин. Блин, шишки были. Зачем я так сделал? Так, ладно. Приготовим морковь, пускай в приготовленном виде хранится у меня, короче. Так, и, наверное, неплохо было бы ягоды приготовить. В принципе, на первое время хватит. Я особо-то запасаться едой не буду, короче. Не понадобится так много еды, мне этого хватит. Сразу червоточина здесь, да? Ну, блин, я бы запрыгнул сразу же в червоточину, но мне нужно... Так, немного ресурсов набрать. Во-первых, у меня камней вообще нет. А, мне нужны камни. И, кстати... Блин, кирку не могу сделать. Вот, трава, отлично. Да, еда, конечно, здесь есть. И даже много, но... Я ее собирать не буду. Потом, когда в другой мир буду перемещаться, я возьму с тобой стак еды, наверное. Не знаю, что будет дальше. Блин. Зачем я взял с собой... Наушники, я думал, игра началась будет. Вот сейчас выкину, короче, наушники, а следующая карта именно будет «Игра началась». Так, что у нас тут? А, скоро, блин. Ну ладно, значит, я камни пока раздобуду. Так, давай-ка я пока тебе отдам. Так, золото, кстати, можно раздобыть. Давайте я сразу золото раздобуду. Порох. А для чего порох нужен? Вроде здесь ничего огнестрельного нет, взрывчатки вроде как бы тоже нет. Так, ну, без проблем, я ночью переживу, ничего страшного. Так, где тут червоточина? Вниз идем. Если мне подфартило, как первый раз, то, в принципе, все предметы будут находиться рядом. А, вот чего точно. Ну что ж, пошли. Оба, сохранение было. А вот интересно, сохранение будет на новом острове, на старом острове, или же во время... В подвешенном виде, короче. Очень близко. Где-то здесь должно быть. Да, 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 в правильном направлении бегу. Вот, наверное, кольцо.
Так, вытаскай пока что. Плохой сигнал. Но, в принципе, мне кажется, это где-то тоже рядом. Сильнее или слабее? Вроде усиливается сигнал. Вот это мне подфартило. Уже две вещи поблизости рядом с другом были. А, блин, это портал. Да, это проблема, то, что портал. Не совсем не подфартило, но зато потом будет легче искать портал. Ну, то есть я уже знаю, где портал, мне его не надо будет искать. Надо по краю берега бежать. Может быть, блин, поймаю какой-нибудь сигнал. Ну, то, что я уже портал нашел. Я наоборот бегу в обратном направлении. Короче, эта штуковина где-то, наверное, вот в этом районе находится. Зато я знаю, где портал находится. Ой. Да блин, отстань. Глупая собака. Может, подеретесь друг с другом? Ой, я даже не заметил. Так, все, собака отвлеклась. Блин, мне бы сейчас найти место, где я был. Можно было бы переночевать. Потому что с зажигалкой я тут не выживу. О, усиливаться начинает сигнал. Где-то здесь. Это означает то, что если я сейчас найду вещь, запчасть, то в принципе я там смогу постоять и переночевать. Чего? Чего? Хм, странно. Первый раз вижу, чтобы такой остров был. Чтобы внутри там пространство свободное было. Ну, это, короче, реагирует на... Так, блин, цветы дурацкие. Рядом с ними нельзя стоять. А там пчелы-убийцы. Есть идея в лес отправиться и потом туда. Так, вот здесь портал или здесь портал? Фиг его знает. Да, я убегаю в противоположную сторону. О, вроде... Начинает работать вроде лучше. Нет, хуже. Комара убили.
Усиливается сигнал. Кажись, нашел. Блин. Придется вот здесь, короче, переждать ночь. А может, как-то зажечь можно? Допустим. Огонь будет распространяться? Ой, бежим, бежим, бежим. Все, хана мне, походу. Я на болоте ночью с зажигалкой не поживу. А я еще и наткнулся вон куда, зашибись. Ой. Сейчас мы проживем тут. Ничего страшного. Вот так вот прожить можно ночь. И дорогу я себе более-менее освещаю. Хотя, в принципе, я, блин, не знаю. Может, я, наоборот, отдаляюсь. Может, я отдаляюсь от запчасти портала. Может, я ее уже мимо пробежал. Ну, сейчас... ночь пройдет, настанет день, и я дальше пойду искать. Деритесь, давайте, друзья. Так, морковь надо поесть. Ой! Как ты меня успел достать? Умудрился. Уже совсем близко. Так, а я тут случайно нигде не побежал? Нашел. Так, копье 88%. Тихо. Так, это сколько копье? 100%. А, давай 100% я так спрячу тебе, отдам. Так, золото тоже тебе отдам. А, шишка. О, кирка, кстати. Атаковать? Не, не надо. Теперь сигнал слабый. И сколько, кстати, я нашел предметов? Два, наверное, да? Два, да, два. Кольцо и коробку. А, огонь поджигает. Собаки, блин, гавкают. Да блин, мне кажется, все предметы рядом друг с другом находятся. Просто я, блин, убегаю далеко. Это типа остров вроде бублика. Получается. И оно находится посередине.
Ну да, так и получается. Я первый раз вижу, чтоб такой остров был. И они все внизу были, блин. А я как дурак, блин, побежал наверх. А, нет. Лягушка. Усиливается сигнал. А, ну да, все верно. Короче, он на бублик похож. Остров похож на бублик. Сигнал усиливается. Так, я на коня побежал. Так, сюда надо идти. Где-то здесь. Рычаг, наверное, где-то здесь находится. Угадал. Потому что по биомам уже можно определить примерно, что может находиться. И, кстати, тут поблизости тоже... Поблизости еще есть что-то. Ухудшается сигнал? Я не понял. Или ухудшается? Хуже сигнал становится. Не туда бегу, значит. Так, до портала далековато. Да, сигнал усиливается. Где-то здесь. Так, мне кажется, ночь придется здесь переждать. Так, то, что паук здесь, блин, это нехорошо. Но, в принципе, можно раздобыть паутины. Так, а как добавить свежести моркови? Вот так вот. Ой, так это не работает, ну ладно. Все, морковь свежая теперь. Так, где-то у меня тут копье было. Ну-ка, давай вылазь отсюда. Пауки не хотят вылазить, ну и ладно. Две паутины сразу заработали. Грибок вырос. Ничего себе. Я, кстати, все эти нашел. Ух ты, ничего себе. Бой на троих. Ага, щупальца всех убили. Лягушачьи лапки.
Я бы поел, но нет. Кстати, а что нам дает синий гриб? Допустим, что он нам делает? Он рассудок поднимает за счет здоровья. А, ну да, точно. Гори. Так, я хочу паутину подобрать. Ой, тихо, стой, 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 стой. Упс. Простую грядку. А, кстати, здесь можно еду даже выращивать. Так, ну, крафтить я уже ничего не буду. Доски. Так, короче, портал где-то... А, вот здесь вроде портал находится, если я не ошибаюсь. А, блин, я ж цилиндр хотел скрафтить. Ну ладно, потом скрафчу цилиндр. О, золотой самородок. Ну-ка, уйдите, 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 уйдите. Давай, вылазь. Да блин, чё вы пристали, а? Тупые пчёлы. Слушайте. Ух ты, мёд. Иди. Ага, пауки, 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 пауки. Ну давай, вылазьте. Уходим. Ага, они у меня тоже сбивают. Атака. Что, паутины нет? Сейчас я все устрою. Ага, паутина. Золотой самородок. Золотой самородок там не есть. Так, короче, я ставлю научную машину. И я хочу сделать... Нет, не соломенную шляпу, хочу цилиндр сделать. Чё, тебе нравится мясо? Своих сородичей, своих братьев.
Так, что еще могу скрафтить? Удочка. Удочку могу сделать, но она мне не нужна. Тимальный камень, это тоже не нужно мне. Слышь, ты! Сейчас все спалю! Все, ты напросился. Пошли отсюда. Они сами напросились. Сейчас у них все дома сгорят. Так, куда бежим вообще? Кстати. Железа мне может пригодиться. Так, я изучил, отлично. Так, а где моя научная машина? А, пепел. Мне нужен пепел. Отлично, сейчас пепел будет. Спасибо. Так. Наверное, я тоже могу поджечь. Перенок. Слушай, ты... Наглый паук. Ты хочешь помереть? Вон, смотри, я тебя сейчас жезлом изобью. А, блин. Отстаньте. Они убили моего когтеглаза. Костеглаза, блин, вот сволочи. Мне нужен пепел. Для того, чтобы научиться делать мазь. А раз уже у меня тут научная машина изучена. Они моего костеглаза, блин, убили. Ну, блин, когда огонь погаснет? Еще не скоро. О, спасибо за пепел. Слышь, ты! Еще один паук. Мало того, что вы костеглаза моего, блин, убили. Мазь лечебная, отлично.
Блин, а где его могли убить? Вот в чем вопрос. Все вещи же у него были. Вот где его убили. Отвалите, чёрт такой. Вали отсюда. Закусали, блин, мой сундук ходячий. Так, а за место чего можно взять? Ладно, наушники я выкидываю. Костеглаз. От тебя смысла уже толку нет. Копье возьму. Так, раз, два, три, четыре. Все, все, все на месте. А, блин, а я близко был. Очень близко я был. Вот тут кенгуру только. Ой-ой-ой, с тремя сражаться это опасно. Так, а мне сорно не сюда, кстати. Уже совсем близко, но это не так. Наверное, вот туда наверх надо. Блин, я начал сражаться. Вниз надо спускаться, я понял. А, блин, вот же портал. Ну, в принципе, я мог бы за 4 дня справиться, я просто сам время немного протянул. Ага. Так, допустим. Так. Так, ну ладно. Ой. Вот это ты зря. Ладно, в принципе, на этом я завершаю данную серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.